Всем привет! Ой, смотрите здесь, что на окнах. Видите, снег. Снег идет вообще. Вот так выглядят дома Кошелев. Мы сейчас убирались, у нас субботник, в такую погоду. Тут на улице метет. Просто не могу, прям мокрая вся. Ну, конечно, конечно, косметика не выдерживает такой погоды. Все размазалось. Вообще кошмар на улице. Снег, снег, снег. Одевайтесь тепло, одевайтесь обязательно, если промокли, идите домой пить чай. Я с удовольствием бы сейчас это сделала, но не могу, я, блин, замерзла вся. Мне надо ехать просто в магазин в один обязательно. Если я заеду домой, то мне уже никуда не захочется. Видите, снег идет, и белое на земле все. Смотрите, как метет. Видите? Не знаю, видно, нет. Прям вообще вон снег валит. Выходить даже не хочу. Сейчас на камеру как начнет капать, она вся намокнет. Вообще вон снегопадище. Это... Вон там вот снег прям вот на земле. На этом. Уже вроде бы травка хочет вылезти зелененькая, да? Вот тут бац, снегом ее все засыпало, типа, хватит тебе расти. 22 апреля. 22 апреля, погода вот такая вот. Ну, вроде видите, там вот видно. Прям белая тут стена. Почти. Прям снег валит прям стеной. Марсель говорит, это туман, наверное? Нет, это снег. Прям белый снегопад, прям валит и валит, даже не видно. Да, на камере так не видно, как у нас. Не видно, вот, вот я говорю, вот так вот он падает, так валит прям такими кусками. И на камере, да, так не видно. Водичку скажи. Фонтанчик. Вот, подожди, вот. Ничего себе включился. А как так? Я не видела. А я видела. Да? Да. Сейчас еще раз будет? Будет. Через время. Когда там забурлит вода под ним. А, когда вода забурлит. Бурлит, бурлит, бурлит. Ой, фонтанчик. Так прикольно сделали, интересно. Да, классное развлечение такое. Смотрите, такой автомат. Марсель сейчас принесет денежку. Выбирай, какую хочешь. Кстати, можно выбрать. Сейчас попьем водичку. Вот такой автомат. Здесь можно просто водичку взять, попить. Кисленькую. Я тут другую не беру. Смотрите, а здесь просто льется. Просто вода льется туда и все. Фонтанчик. Ой, а там тоже вон впереди просто льется. И тут тоже просто. Да, просто льется. Журчит водичка. Поехали. Ну, по-моему, тоже наверх. Мы наверх ездили в прошлый раз. Вон какой потолок. Высокий, превысокий. Побольше людей. Ну, так все проснулись. Мы тут раз рано-рано утром, по-моему, приезжали. А, нет, хотя не рано утром. Примерно так же мы приезжали. Но сегодня что-то народу много, да. Видео подтверждение. Мы сейчас обойдем. Обойдем где надо. Ушки какие-то. А, игрушки. Ушки. Так, туда нам не надо, вон туда, да? Вот здесь, по-моему, как раз ходил. Там тоже можно посмотреть что-то. Хорошая одежда для мужчин. Для мужчин здесь можно. На первом этаже тоже для мужчин что-то было. Где можно?
сейчас туда дойдем, там, где кушать можно, и там мусорка будет для женщин. Это для мужчин. Пиджак, галстук, рубашка. А больше ничего нет. Для мужчин что еще надо? И туфли. И все, больше нет ничего. Ага, смотри, вот там ушли внизу. Ой, как страшно подходить-то. Фонтанчик. Я вообще очень боюсь, может, я отойду. Тем более так близко подходить к поручням. Ой, мне аж прям это страшно. О, тут еще один мужской магазин. Смотрите, тут для мужчин прям вообще что-то так много. Удивительно прям. А для женщин нет. Обычно для женщин много. Да? Справедливость. Обычно для женщин тьма всего. И для детей нету, да? Мало мы как-то ходили. А для детей вообще нет. А тут я смотрю прям. Мусорку нашел Марсель. Стаканчик выкинуть. Да, тут мало отделов, много, ну как бы нету. Было бы открыто, конечно, было бы клево еще. Несколько отделов. А вот постельные подушки, халатики такой, все для дома, текстиль там. Еще Том Клайн. Так, что-то мы, по-моему, в этот раз в другом месте были. С другой стороны. Телевизор работает. Что там? Вон там что-то. Здесь? Ну да, а, да, мы с той стороны подходили. Вон там кушать. А вот здесь вот туалет. Ну, нам сначала в туалет. Руки помыть надо. Да. Такой длинный коридор. Там в конце. Нет, туалет я снимать не буду. Договорились? Все. У меня холодная вода, горячей воды нет. Там, да, холодная вода там была, только холодная. Там одна мыльница не работает, она работает. Вот тут тоже что-то открылось. Ну да, только закрыто пока. Много здесь. А, да. Только народу много. Нет, не будем готовиться. Ням-ням-ням. Здесь же я одна. Видите, здесь карусель есть, магазин. Киномост, тут в кинотеатр можно сходить. Такой же магазин. Как называется этот торговый центр? Мегасити. Мегасити, в общем, вот этот магазинчик. Небольшой такой, маленький. Сюда люди приезжают затариться, поесть и в киношку. Людьми? Сейчас по радио программа какая-то начинается, общайтесь со знаменитыми людьми. Или не начинается. А сейчас, помнишь, мы смотрели, такая погода, это, погода. Программа такая классная хорошая была. Хорошая погода. Погода, да, хорошая, снег идет. Программа такая была, где... Дорогие задают... гости! На ретро FM! Блин, а что у меня крышка? Ой, крышку у тебя отпадает. Или убери ее вообще. Смотри, опа. Так даже удобнее. Кстати, мне тоже надо так сделать. А тут только ложка пачкается там все. Пиу. Пихай, пихай. И у нас тут целый пакет. Пачка. О, сколько. Смотрите. О, Макфлури. Мы берем шоколадом без карамели. Просто у нас тут мороженое с шоколадом. Шоколад, карамель, без карамели. Угу. Обалденное мороженое. Очень вкусно. Что ты хотела там сказать? Когда приглашают какую-нибудь певицу или актера и задают вопросы. А вопросы задают, ну, простые люди. Вот когда так, с какого-то города там кто-то задал такой вопрос, да, помнишь? Про грибы там, то, что вот это вот, бывают такие или нет. И надо ответить. Если правильно ответит тот человек знаменитый, который пришел, значит, все нормально для него. А если он ошибся там, неправильно ответил или вообще не знает, как ответить на этот вопрос, значит, тот человек, который задал, получит от этого... 1000 рублей. Да, от этого человека 1000 рублей. Она ошиблась там два раза, то 2000, 3.
4-4. И там, чем дальше, тем больше денег уже там шутят. А вы как там, ну, много с собой денег-то взяли? А так, много-немного, но, говорит, так интересно, так, говорит, затягивают, помнишь? А не ТЦ было тогда. Так, говорит, интересно, давайте дальше, давайте еще. И то, что она проигрывала, это ничего страшного, зато она узнает реальный ответ, который... Вот она теперь уже знает на этот вопрос, она уже знает, там потом говорят ответ. Ей интересно, да, говорит, ну вот это я не знала, вот это вот тоже там интересно, вообще можно много чего нового узнать. Приехали в магазин, здесь такой переход. Играть со снегом, говоришь? А что здесь играть со снегом, потому что прям стучит, стучит. Вот этот магазин Вавилон, куда вот мы идем. Это где-то впереди, в Вавилоне здесь есть такой вот таксофон. Монетку тут надо бросить. И вот, в общем, можно позвонить. Тут даже есть книга. Можно найти телефон, который нужен. Если что, имейте в виду. Это в Вавилоне находится. Так, а мы идем наверх. Идем пешком, не на лифте. Второй этаж. А что, второй, что ли? Не знаю. Офигеть. Только второй. Пойдем на третий. Третий. За окном видите? Снег, там дождь. Смотрите. Снег как идет красиво. Вот мы за каким чудом ходили, сюда приезжали, стоит 350 рублей. Такой вот ресторанчик «Кристаллик». Довольно близко тут. Сейчас я поставлю на минусик. О, там машины, снег, снег. Смотрите, какая люстра. Ой, а тут какой-то крутой вход. Погода, день метет, снег идет, градом. Снег идет. Мы сейчас идем, вышли из Вавилона, там, в общем, ничего такого нет вообще. Куртка 10 300, джинсы за 6 500, да, там людей вообще нету. Вот, мы идем в магазин приколов сейчас. А посмотрим. Смотрите, уже тут навалило, сколько снега на машин, это пока она стояла. Снег, это туман и снег. Туман и снег. И град. Да. Смотрите. Это апрель. Это Россия. Самара. Апрель, апрель. Весна. И очень много снега.